теперь я покажу тебе ментальный фокус. Я постараюсь прочитать твои мысли. Но не переживай, это не будут твои грязные мысли, это будут ненужные мысли. Поэтому просто заполни свой разум какими-нибудь несерьезными вещами. Например, подумай о любой игральной карте. Просто подумай о ней, хорошо? Подумала? Угу. Скажи, это картинка или не картинка? Нет. Нет? Не картинка? Не подсказывай мне, женщина, что с тобой? Второй раз такой уже. Хорошо, какая была карта? 10 червей. 10 червей. Верно! Что? Ох! Прости, я должен был показать, да, свое предсказание? Нет, но на самом деле это реально было 10 червей. Вот, я покажу, видишь, оно в том же месте, прямо в середине. 10 червей. Я серьезно думал, что это за карта. Ладно. Видишь, ты могла выбрать любую, верно? Даже 2 бубен. Или, скажем, 4 крестья. Даже 8 бубен могла выбрать. Но ты выбрала. 10 червей. 10 червей. Я знал это. Потому что в эту красную колоду карт я вставил только одну карту. С синей рубашкой. Какая вероятность того, что эта карта будет единственной картой, той карты, о которой ты подумала? Думаю, очень маленькая. Нет, 1 к 54, здесь 54 карты. Ну вот, да, это довольно маленькая вероятность, но тем не менее. Какая карта была? 10 червей. 10 червей! Многие люди думают, что мне просто повезло. На самом деле это так, но! Я безумный фокусник, и поэтому я испытаю свою удачу дважды. Другие фокусники говорят, что они показывают фокус только один раз в жизни перед одной и той же аудиторией, потому что это правило. Так говорят хорошие фокусники. Но я плохой фокусник, поэтому я не знаю этого правила, я покажу этот фокус еще раз. Смотри, на этот раз я слегка перемешаю карты, и ты выберешь произвольную карту, хорошо? Стоп. В тот момент, когда я буду сбрасывать карту на стол. Ладно? Скажи стоп. Стоп. Возьми карту. Покажи ее в камеру, покажи ее мне. Я могу знать, что это за карта. Показать? Да. Хорошо. Итак, это 3 бубен. Пожалуйста, верни ее в любое место колоду, куда ты желаешь. Нет, серьезно. Она может быть даже в середине, может быть здесь. Более того, ты можешь сама ее замешать в колоду карты. Перемешай карту. Теперь уже не ты, и не я не знаю где, наверное. Но, используя свои суперспособности, я сделал так, что только одна карта поменяла свою рубашку с красной на синюю. С красной на синюю. Иногда бывает так, что они прилепляются друг к другу, так вот проще, что возможно, как и для меня. Постой, ты видишь здесь какую-нибудь синюю карту? Да, там на столе. Постой, ты выбрал 10 червей? Нет. Ну, попытаться ты справила. Ладно, а какая была твоя карта? 3 бубна. А, точно, 3 бубна. Я же сам видел. Угу. Тогда я могу сделать так. Можно провести рукой. Еще одну пальцу. 10 червей на твоих глазах меняется на твоих.